Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия и праздничного настроения. Пусть этот Новый год принесет вам только положительные эмоции и, конечно же, богатый урожай. С Новым годом, с новым счастьем! Сердечно поздравляю с наступающим новым 2023 годом. Что нам он несет? Он несет нам надежды. Поэтому хочу вам пожелать в этих надеждах, чтобы было крепкое здоровье, мирное небо над головой, а к этому все приложится. И любовь, и счастье, и удача, и везение, и успехи, и в личной жизни, трудовой, на своих участках. Хорошего Нового года! Ваш Ломонос Петр. Дорогие друзья! Благодарю вас за подписку, за лайки и за просмотры наших видео. Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам исполнения самых искренних желаний, тепла, здоровья, счастья. Оставайтесь на канале Процветок. Дорогие друзья, в уходящем году я рассказывал вам о вещах, которые помогают нам на огороде. Но ни одно из них по-настоящему не сделает человека счастливым. Поэтому в новом году я хотел бы пожелать, чтобы у каждого из нас появился самый лучший биологический препарат. К сожалению, он самый дорогой, но у каждого из нас есть возможность получить его самостоятельно и бесплатно. Это сложная вещь со сложным названием, с еще более сложной химической формулой, но есть и простое название. Это любовь. Поэтому я желаю в новом 2023 году каждому из нас обзавестись этим волшебным эликсиром, так, чтобы рядом с нами расцветали не только растения, но и наши близкие ощутили волшебное действие этого препарата. И пусть новый 2023 год станет для нас, для всех, годом добра, мира и человеколюбия. Уважаемые подписчики канала «Процветок», друзья и коллеги, критики и неравнодушные, вот и прошел еще один наш плодотворный год. Достоевский говорил: «Красота спасет мир». Так это же про нас. А еще мне нравится выражение Достоевского: «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье». Наше счастье заключается в том, что мы любим растения. Мы за ними ухаживаем и получаем от этого удовлетворение. Поэтому я хочу пожелать вам в 2023 году, чтобы много тысяч ростков счастья заполнило ваши дома, ваши участки, ваши сердца. Пусть будет мир и благополучие в ваших домах. Ваша Ольга Дуброва. Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю вам в новом году, чтобы каждое яблочко и не только в вашем саду превратилось в молодильное, чтобы ваш сад стал филиалом рая на земле. Ну а мы со своей стороны обещаем помочь вам семенами, саженцами, добрым словом или советом. Оставайтесь с нами в новом году и до новых встреч!